Так, Александр Шургин, давай, вперед. Значит, вручаю письмо. Вот человек обратился ко мне. Ты редко заходишь. Я поэтому, вот, как обещал, доставляю. О чем письмо-то? Письмо про... Ну, сейчас Володя сам скажет. Ну, что, зачитать, что ли? Ну, не обязательно. Короче, про установку Ромуальдеса. Они просят информацию и, как бы, оказать содействие. Говорят, что, значит... Если что, говорит, потраченное время компенсирует. А старые наши эти посиделки, если найти, посмотреть, там же он много рассказывал. И просто именно про что он хочет? Да не знаю. Просто я это, вышел на меня, говорит, вот. Кто как, вышел? Как связаться? Ну вот Георгий Фомин. Ну, Ромуальдес, он занимался... В основном плоскими катушками и собирал их в кучу, загонял все это в резонанс и делал и токовые цепи, и высоковольтные, как бы. А в качестве качера он использовал, ну, раскачки, индукционную плитку. Но у него из своих схем, как бы, тоже там какие-то были. И, ну, вот то, что я видел, вот он работал вот в этой сфере. То есть он частично плоскими катушками пытался создать, как бы, волну, частично пытался магнитное поле создать. И вот что там у него, как бы, я же, ну, прям конкретно, я это, по поводу того, какие там у него там схемотехнические решения были, я с ним так, ну, не общался на самом деле. А общий процесс, у него одна резонансная система, вторая резонансная система, и вот он на них стоял там и гонял туда-сюда электричество. А насколько там это у него все эффективно, это я, друзья, сказать не могу. Я подобные эксперименты проводил, но я лично для себя понял то, что вот такими, как бы, методами делать не пойдет. То есть там все равно трансформация получается меньше 100%. То есть потери все равно есть. То есть в резонансном режиме потери минимальное количество, там можно почти. Но на сверху единицу, вот я лично сколько гонял, не выходило у меня. Ну ладно, письмо передали. Да, письмо отчитали. Нет, оставь, мало, все, стоп. Ну да. То есть, стоп, снято. Добро. Самый... Спасибо. Ну, если что, пусть... Я понимаю, что не могу сказать, это же не мое. Я так-то видел, представляю. Вот что, ну, я. Не, ну понимаю, он как бы мне написал, что мы, говорит, где вот тут написано, что. Ой, в одной из интернет-конференций на вопрос Ярослава Старухина о возможности вы сообщили, что в курсе процесса данной установки выразили свое понимание конструкции. Вот. Ну, вот я вот просто сейчас ты изложил. Да. Вот это вот то, что как свое понимание. А чем, кстати, у него закончилось? Потому что как-то закончилось, по-моему, ничем. То есть, ну, он все мотал эти катушки, да, потом дал конференции. Потом заболел, да, вроде, и потом стал меньше мотать. Но он на базе своей установки заболел. Ну, это одному богу. История умалчивает, неизвестно. Ладно, стоп, снял. Ну, понятно, да. Спасибо. Я обещал, я обещание выполнил, письмо доставил.